Поздравляю с победой. Эстония оказалась тертым калачом и сложным соперником, или, в принципе, ну, 20 минут это никак не удавалось взломать оборону, и твой пенальти во многом предрешил судьбу встречи. Согласен? Да, ну нет, почему? Мы эти 20 минут хорошо атаковали, создавали моменты, просто где-то не хватало уже в последней зоне завершения где-то ногу подставить, где-то чуть-чуть добежать. А так, после 20-й, да, заработал пенальти, забили, и все пошло по накатанной. Я только могу сказать спасибо команде, игрокам, которые забивали с моих передач, и Никите Калугину, который отдал мне тоже передачу. А так хочу сказать всем спасибо болельщикам, которые нас приехали или пришли, поддержали. И команде тоже спасибо. Нет, никаких сюрпризов не было, как мы и общались на теориях. Все то, что нам показывал тренер, все то же самое было. Помнишь, что сегодня ел? Да, помню. Ел макароны и рыбу. Запомни, ешь в следующий раз только их. Спасибо. С победой еще раз. Федор, поздравляю с победой. Забил сегодня такой важный для тебя гол, особенно с пенальти. Что по игре вообще скажешь? Ну, наверное, спасибо большое. Да, в первую очередь, я считаю, что мы сегодня очень хорошо играли. В целом, выполнили установку тренера. Забили достаточно быстрый гол и уже... Потом сразу второй и доигрывали игру в своем удовольствии. Не нервничал перед пробитием пенальти? Не успел, наверное. Что по эстонцам скажешь? Вообще не удивили ничем? Ну, опять же, мы их разбирали, и да, ничего сверхъестественного не показали. Боевитая команда, но мы свое дело сделали. Своей игрой доволен? Ну, доволен в целом игрой команды. Молодцы, что забили 5 голов, да, и это в будущем нам поможет. Спасибо. Калуг, поздравляю тебя с победой. Забил, отдал первый твой мяч на молодежную сборную. Да, первый мяч и первая передача, по-моему. До этого вроде не отдавал, не забивал. Какие эмоции? Положительные эмоции, то есть рад прежде всего то, что мы выиграли. Потому что, ну, с такими соперниками важно было подойти с полной мотивацией. Что, в принципе, я ребятам благодарен, то, что у нас такая команда. Ну вот, и молодцы, на самом деле, все настроились, все выкладывались, все хотели сегодня 3 очка заработать. Какой был план на игру? План был побеждать и крупно побеждать, потому что нам важно набирать очки плюс делать разницу. Ну, то есть готовились с полной мотивацией. Победа Польши над Сербией в параллельном матче как-то немножко ухудшила настроение или неважно? Мы, честно, не обращаем на это внимания, а у нас есть еще очень встречи, еще все впереди, поэтому все будет хорошо. Я не сомневаюсь даже. Кому голую передачу посвятишь? Родителям. Родителям, потому что они за мной следят, они за мной смотрят. Поэтому это моя поддержка, так скажем. Неважно, играю я, не играю, они всегда меня поддержат. Поэтому родители, мама, папа, гол посвящаю вам.